Что, Юлия, я поможем тебе. Замечательно, но, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте. Здорово, да, невероятно крутой меч. Он существует. Да, давай для начала посмотрим, что можем узнать в гильдии Искателей Приключений. Искатели Приключений, вы должны много знать о руинах, не так ли? Два Лиза, поползай. А, я поняла. Надо прыгать. Ну, вы поняли, в общем. Так. Разузнайте в гильдии Искателей Приключений. А, это где наша... Это... Женщина. Главная. Катерина. Да? Да, вроде бы. Такие они паркурщики все в Геншине. Так. А, нет, подожди, это не тут. Это я ошиблась, это не к Катерине надо было. Как мне туда дойти? Куда это? Так, расспросить нужно вот этих мужчин. Так, мы ищем. Мы ищем нереально крутой меч, который упал с небес. Так, знают ли мне, где руины Аркадии? Не слышала о таком месте. Но спасибо за наводку. Так, за нами смотрит какой-то мужик и бегает. Ну вот, психож, да, я говорю, что половину... Я тоже не помню, я сейчас играю и такая, что тут? Просто Манштадт — это моя любимая еще локация, поэтому не жалко начать с нуля. Так, хочу ли я присоединиться к твоему отряду? Отряд? Так. Ну, в общем, ничего интересного он там тоже не рассказал. Доложить Кей надо. Это выше. Но она библиотекарь. Она не слишком физически подготовленная, наверное, поэтому задыхается, когда долго бегает или ползает по стеночкам. Ну, что поделать. Так, нашли что-нибудь? Мы расспросили члена гильдии Искателей Приключений, но ничегошеньки не узнали. Я так и думал. Почему это? Тебе не кажется, что это слишком просто узнать о руинах от других путешественников? Но у меня есть несколько зацепок. Мой осведомитель добыл данные на черном рынке. Так. Мы должны соблюдать правила черного рынка. Встреча с осведомителем пройдет в шепчущем лесу. Пойдем скорее. Так, рыцари нас поблагодарят за это. Очень многие говорят, что новая локация классная, и очень многим, насколько я знаю, нравится именно лес. Так, нам нужно в шепчущий лес, кстати. Вот лесная часть. Я хочу посмотреть, что там будет интересно. Сори. Ей нужна помощь! Не стоило ему помогать. Ему? Спасибо вам. На вас важно положиться, в отличие от этих рыцарей из Ордена.
Пустяка или путешественница, она занимается этим каждый день. Путешественница, значит, ты. Забавно, что мы встретились при таких обстоятельствах. Значит, ты? Не знаю, как я могу вас поблагодарить. Что если я поделюсь с вами информацией о руинах совершенно бесплатно? Любые связи в нашем деле имеют огромное значение. Спасибо, подруга! Так платить должен был Кей, так что это удача для него. Так, руины Аркадии. В том городе на озере живут три великана на шести руках. Двое защищают статую божества, третий охраняет сокровища богов. А, это все? К этой записке прилагается карта. На карте показано, где сокровища. Это больше похоже на загадку. Для тебя должно быть проще простого. Займешься этим? Да, проще простого. Если тебе не получится решить загадку, пусть попробует Кея. Я оставляю эти данные тебе. Спасибо, Вэл. Так, ну, в общем, это не помню, где это. Потом посмотрим, надо разгадать эту загадку будет. Так, что у нас тут еще нового? А, просто обновилась вот здесь. И вот тут что-то новое опять показано. Достижение. Почта. И особое событие мне показывает. А, ну ладно, это наверное, браузерное событие, я потом сделаю. Так, что, мы можем тянуть девочек, мальчиков? Давайте тянуть на Эльку. На Эль, на Эль, на Эль. Ей, на Эль. На Эль мне тоже нравится. Вот, в закосе на Эль можно будет как-нибудь тоже покосплеить. Она очень милашная. У нас на фотосете по Манштату была Наэль, и она была стопроцентной Наэль, потому что она такая пришла, принесла пирожочки, потом она говорит, ну я ненадолго, у меня там еще дела, мне нужно уйти. У Наэль тоже постоянно дела, и она говорит, ну пирожочки это вам, типа берите, доедайте. Так. Читаем. Три великана на шести руках. Это, по-моему, мельница, что ли? Я плохо помню, но, по-моему, это к мельницам относится. А, Камитсу, да, я хочу, когда Ливе будет, делать закос. Но вот сегодня я просто немножко устала. То есть вначале появилась Эмбер, я такая... Закос на Эмбер. Потом вот теперь есть Наэль, Лиза, можно их... закосить. А когда будет Ливие, тогда уже будут персонажи из Ливие. Будет ли закос на Кандаки, еще вы спрашиваете? Не знаю, у меня нет ничего. Вот у меня есть донат на различные косплей. Я, конечно, неловко говорить, но у меня нету даже похожего парика. У меня достаточно много есть париков на девочек из Геншина, но на новых, соответственно, нет, потому что я не играла полгода где-то в Геншин. Я не знаю их ни лор, ничего. Так, что-то еще. Давайте пока, ну, окей, длинное задание. Пойдем посмотрим, что там у Эмбер, потому что, ну, Эмбер лапушка. Там нужно, по-моему, полетать не очень долго. Сумеру еще далеко. А вдруг, вдруг я буду сегодня всю ночь проходить и не пройду в любом случае до Сумеру. Закос на Кадзуха. Ну, Кадзуха мальчик. Мне единственный мальчик нравится в этой игре. Сейчас покажу. А, ну я рассказывала уже, да, там, блин, это не здесь, это... Вот самый топ-мальчик, где он? Где он? Где он? Вот он. Хи-хи. Он такой глупый. На Рейден у меня тоже парика нет, к сожалению. Так, я искал тебя повсюду. Как тебе планер? Нравится парить на ветру? Норм. Похоже, тебе нравится парящий полет. Ты еще не получил летную лицензию, верно? Летная лицензия? Что это еще такое? Это лицензия, позволяющая тебе летать на Манштатом. Но Юли Мори без лицензии летает уже очень давно. Вот именно, уже весь город видел, что вы летаете.
Значит, ты искал нас, чтобы вручить лётную лицензию? Нет.